Бангкоке в аэропорту. Летим дальше в сторону Индонезии. Только что были в посольстве США здесь, в этом городе. Ребята, гражданам СНГ визы в Америку, в Бангкоке и вообще в Таиланде не дают. Сюда ехать не нужно, потратите зря свои деньги и время. Информацию по работе других посольств в других странах Юго-Восточной Азии можно будет посмотреть в нашем онлайн-уроке, который состоится в ближайшее время. И называется он «Как получить визу в США без посредников и третьих лиц». Итак, ребят, переходите по ссылке, которая будет в рекламных постах. Удачи вам, всем всего доброго, пока!